Первому каналу в программе «Время». С нами, коллеги, да? Сейчас контактов по альтернативе зерновой сделки нет, потому что мы четко афишировали, четко высказали нашу позицию. Давайте мы сначала получим результаты того, что мы обговаривали в течение года и получали много обещаний. Не обещания, а результаты. И тогда мы можем восстановить эти совместные усилия по поставкам зерновых на мировой рынок. Заявление о прекращении участия в Черноморской инициативе и срок. Следующую акваторию Черного моря, украинские порты, все суда будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного значения и будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима страны флага таких судов. Рассматриваться и считаться. Имеется в виду, вы должны убедиться в этом. Вы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идет. То есть это не означает, это означает, если вы хотите знать, запрос, осмотр при необходимости, в том, чтобы убедиться, что это так или не так. От российского МИДа на такие обвинения практически... Мы будем готовы возместить примерный объем, который проходил по прошлому году в рамках Черноморской инициативы, для наиболее нуждающихся стран. И мы готовы это сделать. Вы спрашивали, подписаны ли уже какие-то соглашения. Соглашения еще пока на этот счет не подписаны. Но контакты ведутся. И эти контакты будут продолжены. Я думаю, что никаких нет сомнений в том, что так оно и будет. Черноморские сделки совершенно не упоминая, что, в общем, это комплексное соглашение. Вот...